Всем здравствуйте на нашем канале. Представляем вашему вниманию бюджетный pH-метр. Измеряет pH и измеряет температуру. Вот здесь вот переключатель. Температура, pH. Включается кнопкой ON. Выключается кнопкой OFF. Также можем переводить градус Цельсия на Фаренгейт. Вот мы видим температуру. Освещенность показывает. Здесь вот датчик освещенности, но он, понятно, в таком бюджетном приборе, ну, так, для красоты больше. Влажность тоже он показывает здесь символьно, не цифрами. Dry плюс, это значит очень сухо. Dry сухо, normal. Wet мокро. Wet плюс, это очень мокро будет. Вот мы сейчас воткнем его в землю и посмотрим. На улице сейчас где-то в районе 10 градусов. Вот сейчас мы его переключим на кислотность. Вот она уже кислотность соответствующая. Нулевая, вот если мы из земли его вытащим, это семерка. Вот такой вот прибор. Включается кнопкой OFF, повторюсь. Либо сам выключится.